Буквально минуту назад посмотрел вам ролик, ваш ролик по медиасетям, старый. Могли бы вы дать совет? Есть несколько каналов на одном AdSense. Думаю перевести данный канал на медиасеть, чтобы обезопасить другие каналы, так как многие утверждают, что при страйке на один канал могут посылать все. Сразу скажу, что если вы переведете свой канал на медиасеть, на любую медиасеть, то ничего кардинального не поменяется. То есть YouTube также будет знать, что это ваш канал. И в случае, если вас заблокируют, то заблокируют, скорее всего, ну, это коснется и других ваших каналов. Неприятная новость в том, что в случае, если вы отдаете 50% своего дохода Google Ads за рекламу Google, то в случае с партнеркой вы еще там 20, 30 или 40% дохода будете давать в медиасети. Вот и вся разница. Пора барабан.